сырой братуха, товарищи наши. Друзья, кстати говоря, сегодня праздник, ведь сегодня день Водоворотска, днем Водоворотска, поздравляем всех участков. Кстати, сегодня еще день Ильи, а меня, кстати, зовут Илья. Так что сегодня супер праздник. А еще все сказал мой друг, Женя Васильев сказал, что сегодня день пива, кстати. Следующую песню, она называется «Расплескалась сила», мы отправились в пиво. А пиво? Нет, друзья, не пиво. Мне немножко другая сейчас история. Пока у нас не употребляет наркотики, тут вода. Вода или спирт? Сейчас попробую, не знаю. В общем, друзья, что-то мы пиздец. Мужики, мальчики, мужчины! Сяду на мотоцикл, yeah.
кто взял. Все вместе вверх! Сяду на мотоцикл. Вот меня занесло, да. Моя жизнь это скоростной хайвей. Еще до конца штат Миннесота. Через Вологду, Пензу, Калугу и Тверь. Моя суета и переезд в матовый ритм. Походу я заблудился немного. Скорей дайте мне парную карту. Я сверю координаты перед дорогой фри. Детка, почем наверх? Чему терять время? У нас есть практически для этого все посылки. И гендерные, и анатомические. Решайся скорее, но учти, что статистика, сука, слайд еще на сна. Либо ты, либо кто-то еще, все нормально. Распределение Гаусса. Надо гора в конце изрели, пусть не пугает, что не пережится их событий. Нам цель, как флам, обвинявшая барышня. Ее недоступность еще очень сомнительная. Даже если вернусь изувеченным, в окровавленном треснутом там члене. Ну че, давай, все вместе вверх! Хочешь, не хочешь, придется отдать ничего, что ждет впереди, неизвестно. Как ни крути, не вернуться обратно под пуля. Всего лишь колеса по встречке летящего эвакуатора. Случай водителя, зна ради бога, но нет. Пропусти указатели, замкнутый круг суеты и мифов. Вряд ли когда-нибудь станет спасателем. Наша цель для более проста. Убиваешь дракона, спасаешь принцессу. Заставить себя наслаждаться процессом. Детка, я рыцарь дороги. Пусть мы не знаем друг друга, но раз вы плен королева, бед за колонки. Мой меч сегодня к вашим услугам. Даже если вернусь извеченным, в окровавленном треснутом шлеме. Ну чё там, мать? Все вместе вверх! А также сборная России по сексу. Всем удачи! Живите долго!